Представляет собой костяк рижского «Динамо». То есть интересное как бы противостояние, да, получается. Да, но сегодня еще и Харри Свитолинч, и первая вот шайба. Рижане, да, открывают. Перед собой Рональда Петровицки в звене с Мэттом Эллисоном и Марселем Хоссом. Да, Бирюков чуть-чуть поднял вверх клюшку, когда садился на лед, и этого оказалось 12 часов. Ну и при этом все-таки столько проведенных матчей. И вторая шайба, похожая до некоторой степени на первую, с точки зрения того, как она... Против Бирюкова, смотрите, вот он один против Бирюкова. И снова шайба проходит под вратарем. Ну и как следствие, вот сейчас длинная смена была у ведущего звена ХК МВД, и завершается она взятием ворот. Олег Антоненко... Практически ничего за истекшее время на льду, и вот сейчас он помог в очень сложной ситуации.